Великая Отечественная война. События того страшного времени давно в прошлом, но сегодня мы как никогда обязаны помнить о подвигах павших и героях, возвратившихся с поля боя, сохранять историю. Так, в преддверии Дня Победы прошла международная акция молодежного парламента при Госдуме в рамках проекта «Я горжусь Россией», которая объединила тысячи людей на всем земном шаре. Тишина. Тест идет. Тест по истории Великой Отечественной войны. И сегодня это международная акция, в которой участвуют все страны мира. Также она проходит в Щелковской школе номер 10. Чтобы принять в ней участие, здесь собрались более 100 человек, взрослых и детей. Ученики школы, юнармейцы и гости. Сам тест начался ровно в 11 часов. На задание же было отведено всего 30 минут. И, конечно, никаких телефонов и шпаргалок. На партах лишь школьно-письменная канцелярия и листы с заданиями. Также в этот день тест проходили в онлайн-режиме на сайте КГДРРФ. Знание истории, в том числе Второй мировой, Великой Отечественной войны, каждому человеку необходимо. Вопросы интересные, некоторые даже достаточно сложные. Присоединился к акции депутат Мособлдумы Владимир Шапкин, который в этот день также пообщался с ребятами на тему истории Отечества. Это действительно героические страницы нашей истории. В этой действительно жестокой войне понесли потери. По разным данным, вот в историческом периоде небольшом, данные были разные. Сегодня это порядка 27 миллионов человек. Наших граждан. И, конечно, у всех ребят, учеников школы и гостей, кто сегодня решил пройти этот тест, в семьях были и есть свои герои, кто сражался на поле боя или же трудился в тылу. Я уже не первый год пишу проекты, именно затрагивая Великую Отечественную войну и мою семью. У меня один мой прадед был летчиком, он прошел всю Великую Отечественную, также участвовал и в Японской войне. С папиной стороны у меня один прадед погиб в Курской битве. Мы долго искали место его захоронения, и вот в 2008 нам удалось найти это место. Также у меня и бабушка была летчицей, прабабушка. И вообще у меня, в принципе, семья военных. Как отметили сами участники, тест, состоявший из 30 вопросов, был весьма непрост, но это лишь стало мотивацией узнавать как можно больше исторических фактов. Интерес детей к истории Великой Отечественной войны огромен. Вот, несмотря на то, что сейчас немножко вот другое время, да, но интерес вот именно к детям-героям-пионерам, вот, комсомольцам, вот, молодая гвардия изучает на уроках литературы, то есть интерес, он не пропадает у детей. Анна Балиет, Валерий Жиглей, телерадиокомпания «Щелково».